Открылся в Центральном доме художника и будет работать всю следующую неделю 44-й российский антикварный салон. Множество галерей, иностранных и российских, демонстрируют произведения множества видов и жанров искусства. Произведения, ценность которых определена и качеством, и давностью лет, то есть временем их создания. На то он и антикварный, этот салон. Вещей много, системы в их демонстрации никакой. Но есть у российского антикварного привлекательная традиция – организация тематических экспозиций. На нынешнем это, к примеру, выставка работ старшего из творческой династии Лансере, скульптора Евгения Лансере, собранная к 170-летию со дня его рождения. И это не единственный деликатес нынешнего салона, сообщает Станислав Даре. Антикварный салон проводится с 1996 года. Тогда было всего 15 участников. Сегодня это самое статусное мероприятие в антикварном сообществе. На 44-м антикварном салоне более 250 участников. И не только из нашей страны, но также из Италии, Германии, Франции. Особое внимание стране восходящего солнца. Несколько экспозиций приурочены году Японии в России. Самая масштабная выставка «Нецки сквозь три столетия». На ней собрано более 200 миниатюрных скульптур, созданных мастерами со всего мира. Куратор этой выставки – британец Макс Рутерстон, свободно говорящий на русском и японском языках. Нецки увлекся, когда работал на аукционе «Собис». Сегодня один из крупнейших специалистов, знающий всех крупных коллекционеров Нецки в мире. Но для этой экспозиции собрал лучшие образцы из российских собраний. У них хороший вкус по Нецки. Много интереса и хорошее в том, что они, они все друзья, это тесная группа. И я думаю, что нет такой группы нигде в мире. Они уникальны, это уникальная группа. Куда более объемный и фундаментальный по сравнению с воздушными Нецки смотрятся работы родоначальника художественной династии Лансере-Серебряковых. Более 40 редко показываемых скульптур Евгения Лансере представлено на выставке, которую организовал коллекционер Константин Журомский. Ему удалось выяснить, что скульптор за свою недолгую жизнь создал около 400 моделей. Обнаружить удалось 240. Была проведена большая исследовательская работа. Открыто много интересных фактов. Например, что лепить Лансере начал еще в детстве, поскольку жил в глуши, где игрушек почти не было. Он их вырезал с бумаги и облеплял их воском. Потом ему показали, что воск может быть не церковный, он уже плохо лепился, а воск может быть профессиональный. Показали пару уроков, и вот эта вот детская моторика, возможность все время в компании что-то делать, она вот сопровождала вот этот колоссальный творческий потенциал, потому что Лансере творил непрерывно. Выставку дополняют архивные документы, например, рисунки, на которых Лансере в окружении семьи за работой, или вот эти блокнотики, в которых скульптор делал зарисовки. Мастер обожал лошадей, разводил их. Конозаводчики называли Лансере нашим коренным лошадником. В экспозиции есть фигура его любимого коня. Еще одна любопытная деталь. Многие скульптуры Лансере напоминают конструктор. Очень многих фигур есть какой-то такой секретик. Вот эта фигура «Чумак на вазу» одна из самых ранних, 70-го года. Устроена она таким образом, что можно снять люльку, как называют чумацкую, и мы видим устройство чумацкого воза. Причем, более того, шкворни из ерма быков вынимаются, и после этого можно ермо снять. 44-й салон впечатляет масштабом и разнообразием. Здесь собраны уникальные предметы со всего мира, из разных эпох. Большое собрание живописных работ от российских классиков до американских гиперреалистов. Кстати, антикварный салон в последний раз проводят в Центральном доме художника. Эту часть здания передают Третьяковской галерее. Уже в следующем году сообщество антикваров соберется на новых площадках в гостином дворе и манеже. Станислав Дуре, Андрей Тарасенко, «Новости культуры».